Привет, друзья! Сейчас 6 утра, мы с вами мчимся на телестудию, чтобы посмотреть, как проходят съемки телешоу. У меня за спиной здание «Укр телефильма», в павильонах которого снимаются разные телевизионные программы. Пойдемте внутрь. Сейчас мы за кулисами идем в студию, чтобы посмотреть, как это все выглядит изнутри. Через несколько часов в этом павильоне начнется запись. Пока здесь никого нет, все готовится к съемке. Все готовятся. Ну вот и все, друзья. Сейчас 8 часов вечера, съемки окончились. Мы немного заглянули с вами за кулисы телевидения, посмотрели, как делаются большие телешоу, увидели профессиональные камеры, свет, студию. Я надеюсь, вам было интересно. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, и я буду показывать вам, как делается телевидение. Кстати, сегодняшнее видео было снято на мобильный телефон. Никакой камеры. Только телефон, никакого дорогостоящего оборудования. И в дальнейших видео я буду разбирать этот вопрос, можно ли снимать видео на мобильный телефон. Окей, до встречи, пока.